пошел тут делать? Можете рассказать? Не, не можем. А чего? Покурить. Не разговариваем. Старший ушел, мы не можем. Нам не разрешают разговаривать без старшего. Из какого старшего? Нашего. У вас есть старший? Конечно. А кто? Не знаю. Не знаешь? Нет. Ты не знаешь хозяина? Конечно, нет. Так откуда вы и по какому поводу вы сегодня? Из видео, понимаете? Против наркотиков. Машиниза, да? Против Стаса. Да? Против какого Стаса? Которого вы покрываете. Я против кента. Да, которого вы репортажи там вставляете. Да, да. Мы покрываем, да? Да. Ну. Так а что ты убегаешь, если я покрываю? Расскажи, что я покрываю, кем могут. Я тебе рассказываю. Ну расскажи. Да несу мне свой микрофон. Я занимаюсь профессиональной своей деятельностью, законно. Я еще раз тебе говорю, несу мне свой микрофон. Я несу, я снимаю репортаж. Представься, как тебя зовут. А? Ну, может, ты расскажешь, да? В общем, как всегда, какая-то у нас сбор возле полиции. Какие-то требования к полиции, но никто ничего конкретного сказать не может. Может, прокомментируешь? Не прокомментирую. Понятно. В общем, по нашей информации, это жители Великодолинского, которые возмущены следствием по заявлению жительницы Великодолинска Рузаны, которая обвиняет Клименко в том, что он нанес ей ранение при помощи пистолета. Сейчас здесь идет допрос одного из фигурантов дела, и это их сторонники, которые считают, что следствие необъективное. Они даже стесняются что-то выразить. Они не знают, что выразить. У них нету мысли. Ну я понял. Ну, куда-то признали, да, что идите. Они как они его понимают? Они хоть школу закончили? Зачем? А он на допросе, да? Не, он на беседе, он просто. Он зовет свою труд, А что здесь какие-то забастовки, что случилось? Какие-то требования какие-то? Да? Да? Хорошо, ладно. Подождем, как вы будете. Идет беседа с начальником следственного отдела Видеопольского отдела полиции. Не знаем, на какую тему. Я так понимаю, это, наверное, один из людей, на которого написано заявление, потому что еще статуса неподозреваемых здесь никому вроде подозры в этом деле не вручались. Но люди все равно протестуют против чего-то. Ну, по нашей информации, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск, и у Клименко Дмитрия был найден травматический пистолет, который отправлен на собираются отправлять на экспертизу, и сегодня судебное заседание. И в связи с этим они протестуют против этого. Сами не могут выразить свои мысли, но мы тут уже из своих источников узнали. Ну, надеемся, следствие будет объективно, будем следить за этим процессом. Роман Маршинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива.